Сегодня стартовал досрочный период единого государственного экзамена. В первый день экзамена участники будут сдавать географию и информатику. С целью обеспечения информационной безопасности при проведении экзаменов предусмотрены технологии печати контрольных измерительных материалов в аудитории и сканирование экзаменационных материалов в ППЭ по завершению экзамена. Также на досрочном этапе ЕГЭ будет обеспечен 100% охват аудитории онлайн-видеонаблюдением. С его результатами выпускники прошлых лет будут ознакомлены 3 апреля 2018 года. Не явившиеся по уважительной причине участники экзамена в основной день могут подать личные заявления с подтверждающими документами в Государственную экзаменационную комиссию в день экзамена для повторного допуска на 6 апреля 2018 года.